Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24-го каналу. У нас на календарі 23 серпня, середа, і це традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю! Бажаю здоров'я! Ну що ж, те, що і анонсували, і обіцяли наші спецслужби, в першу чергу Головне управління розвідки, знову удари є по країні-агресорці. Знову Москва-Сіті, ось ми бачимо в момент прильоту в Москва-Сіті вибух немалий. Очевидно, радіоелектронна боротьба росіян не спрацювала. Пане Романе, в мене знову ж таке питання. Ну, це центр Москви, чому вони не захищають? Чи це може бути, що росіяни самі свій народ намагаються залякати? Нет, это как раз невозможность с точки зрения российского ПВО сбивать все летающие объекты и подходящие к Москве. Для того, чтобы Москва по периметру больше 100 километров, для того, чтобы перекрыть только периметр, надо ну, где-то несколько десятков комплексов разного уровня, то есть не то, что там одного по кругу поставить. Это же многоэшелонированная оборона, то есть им надо целый круг вокруг Москвы, то есть кольцо где-то 100-150 километров по дальности перекрывать. Это просто невозможно сейчас, на данный момент. Им придется тогда ЗРК, особенно армейское, снимать с линии фронта, а это с их точки зрения недопустимо. Потому Москва сейчас, на данный момент, она открыта. Такая открытая книга, можно сказать, для беспилотников. Часть беспилотников сбивается, часть проходит. А когда уже беспилотник заходит в город и начинает идти между домами, а там высотные дома в основном, то уже радиоэлектронные средства их просто не видят. То есть ни один локатор не сможет отсеять помехи от домов, от железобетонных конструкций. Естественно, беспилотники уже не видны, можно как-то их еще перехватить с помощью там, антидроновых ружей или системой РЭП, но это надо их видеть, то есть это контакт должен быть, это значит должны быть там тысячи групп на перехвате, вся полиция московская, все госслужащие должны выходить на крыши там и висеть в таком режиме осмотра для того, чтобы либо передавать данные, либо как-то перехватывать. Просто невозможно. Потому в этом смысле Москва, конечно, ущербный город. Пока не купят патриоты у американцев, пока у них город будет открыт. Пане Романе, в нас також є повідомлення по Кримському півострову. По-перше, Кирил Буданов офіційно анонсував, що будуть нові удари, і сказав чекати на нові прильоти. І в нас є інформація, що переживають росіяни за Кримський міст і починають затоплювати навколишні бухти. Як це розуміти? У них є суда, які не можуть притопити, і натягнув між ними сітки, зробити такі бони, так на боновые заграждения, так называемые, пытаться будут прикрыть такими боновыми, включая уже затопленные суда, суда разного уровня, и паромы, и старые какие-то тральщики, может быть, еще что-то, то есть найдут старые посудины, потопят для того, чтобы наши беспилотники типа Си-Бэйби, контриков Малюка, они прошли или, по крайней мере, им было сложно это провести. Пройти, конечно, можно. Несколько беспилотников могут как раз подрывать эти боновые заграждения, те же сетки, то есть их сначала разрывать, а потом основные будут заходить. Но это себя обозначить, значит. Хотя и этот вариант возможен. Я думаю, будут принимать решения по проходу, уже придумывая всякие способы. Пройдут. Но, тем не менее, россияне очень сильно боятся достаточного количества беспилотников, которые, надводных беспилотников, которые, в принципе, могут пройти, да, вот примерно такого уровня, которые могут прорваться и, естественно, нанести вред Крымскому мосту, вывести его из эксплуатации, а это чревато полным оперативным окружением крымской группировки российской, ну, естественно, трафику гражданских, так же самое, гражданских много идет сейчас и туда, и обратно, потому для них
если вся эта гражданская российская шуша развернется в сторону, допустим, армянской или на север, они остановят и военный трафик. Потому у россиян сейчас очень большая проблема. Они будут всеми силами, средствами не допускать повреждения моста. Секретар НБУ Олексій Данілов сказав, що Крим ми найімовірніше будемо деокуповувати військовим шляхом. І він сказав наступне, що якщо росіяни самі звідти не вийдуть, то ми змушені будемо зайти саме військовим шляхом. Пане Романе, це хороший знак, тому що раніше ходили чутки, що, мовляв, Крим буде платформою для перемовин і так далі, і тому подібне. Ну, это уже просто реалии. Чем ближе к определенным действиям, тем приходит понимание некоторых дальнейших операций. Один единственный, мы с вами об этом уже говорим второй год, один единственный способ освобождения Крыма – это военный. Другого просто нет и быть не может. Потому все уже готовятся к этому. Естественно, мы видим и действия наших дальних средств поражения, наших разведчиков, партизан, ну и подготовка к операции по освобождению Крыма, которая начнется в этом году однозначно, но закончится уже в следующем точно. То есть без самолетов все-таки, без авиации, без дальних средств поражения, ракет типа «Атакамсов», горный Крым, очень сложно будет деоккупировать. Ну, не сложно, но, по крайней мере, будут большие потери. Для того, чтобы с меньшими потерями, нужны самолеты. Потому начнем в этом году, закончим уже в следующем. Пан Роман, якщо рухатись далі, в нас є наступна інформація по тому, що от ми просуваємося біля роботи, не дивимося на карту, і є удари вже хаймерсами по позиціях Токмаку. Як ви вважаєте, Токмак – це найближча ціль Збройних сил України? В Токмаке расположены части 35-й армии российской. Там несколько бригад, которые еще не вступали в бои, ну, по крайней мере, на данный момент. И Токмак – это большой военный хаб. Там несколько очень крупных складов сейчас расположено, и боеприпасов, и топлива. Туда, так как он находился в конечной точке, можно сказать, железной дороги, которая связывала Россию с этим регионом, туда за несколько месяцев было переброшено большое количество боеприпасов и топлива. И сейчас, естественно, это как военный хаб, его, допустим, оставлять там в тылу, если двигаться дальше на Азовское побережье, восточнее, очень опасно, потому уже начали работать и по Токмаку хаймерсы. Хаймерсы, дальность у них до 70 километров, потому если есть подтвержденные координаты, однозначно будут уничтожаться. Вот пока мы еще не достаем армейской артиллерии до Токмака, я думаю, в ближайшее время уже начнем и армейской артиллерии доставать. Пока работают хаймерсы. Но после уничтожения основных баз в районе Токмака у россиян не останется практически складов и особенно топливоприемников для того, чтобы снабжать движение армии. Им придется тогда отходить, допустим, к тому же Мелитополю, к тому же Бердянску, так как кроме Токмака здесь больше у них в этом районе уже больше ничего не останется. Пане Романе, є цікаве повідомлення від Німеччини. Ангеліна Бербек сказала наступне, що Німеччина вважає легітимними удари українських дронів по Москві. І як ви вважаєте, це є хороший знак, тому що раніше німці постійно казали, що вони побоюються, власне, прильотів на територію агресора? Ну, это как минимум первый шаг к признанию того, что военные объекты на территории России являются легальными военными целями. А по легальным военным целям мы можем их уничтожать не только своими средствами уничтожения, а и переданы нам партнерами. Вот когда Бербак скажет о том, что и Таурусы, которые пришли по московской зданию Министерства обороны, это легитимная, так сказать, военная цель, легальная военная цель, и мы можем немецкими Таурусами работать по
Москве по военным объектам. Вот это будет, так сказать, последний уже из этой лестницы шагов, которые должны пройти наши партнеры. С пониманием того, что военные объекты на территории России, легальные военные цели, которые нам иногда больше доставляют хлопот, чем даже те, которые находятся на оккупированной территории. Пане Романе, «Нью-Йорк Таймс» передає наступне, що американські офіцери і американські аналітики кажуть, що Збройним силам України начебто потрібно міняти тактику контрнаступу, бо ми начебто розпилюємо свої сили, маленькими групами діють, а вони кажуть, що навчали нас діяти більш масово. Ну, они правильно, они нас научили ездить на «Мерседесе», только «Мерседеса» не дали. Они нас научили работать массированно по направлениям, только не дали самолетов, которые должны вскрывать линии обороны, а потом массированно двигаться по земле. То есть здесь просто чуть или непонимание, или, может быть, игнорирование некоторых моментов. Без авиации, без дальних средств поражения ракет типа «Атакамс», допустим, и ракет типа М-26 для «Хаймерсов» в достаточном количестве, это РСЗО, нам нельзя собираться большими группами, так как мы находимся под ударом российской авиации. Они как семечки перещелкают большие группы техники. Су-34 видит скопление техники с дальностью в 70 километров. 70. И, естественно, он может нанести удар, еще не входя в радиус поражения наших локаторов. То есть то, что мы сейчас делаем, это единственный путь, как прогрызать оборону противника. Малыми тактическими группами на легкой броне идет высадка десанта под прикрытием с тыла танков, тяжелой техники, артиллерии, части авиации, там, где это возможно. Только так, в таком режиме. Дадут авиацию, конечно, тогда будет все по-другому. Перепахает авиация любые сооружения на земле авиабомбами, а потом по ним уже пойдут бронекулаки, как это было в 91-м году в буре в пустыне по Ираку. Но без авиации этого, конечно, не будет. Потому можно, конечно, послушать, можно им посочувствовать в непонимании процессов, которые сейчас идут на линии фронта. Но делать свое дело. Наши генералы, наш генштаб делают все правильно. Якщо говорити по снарядах, пане Романе, передають наступне. Прес-служба «Українська бронетехніка», що Україна налагодила виробництво 120 міліметру з двома країнами НАТО. Скажіть, будь ласка, 120 міліметр, це не, ну, в нас є основний арта, це є 155-й натівський стандарт. А 120 міліметр, наскільки він є важливий для фронту? Це 120-міліметрові міни для мінометів. Это то оружие, особенно против пехоты, которое очень востребовано при вскрытии обороны противника, любого противника. То есть именно 82-й это все-таки легкий миномет, дальность 3-3,5 километра. А 120-й это тяжелый миномет с дальностью в 7 километров, в районе 7 километров, который выкуривает россиян из укрепрайонов, из открытых траншей или каких-то других такого рода сооружений. То есть это то, что важно, нужно, особенно для наступательных действий, как раз на оборонные рубежи противника. И то, что мы наладили 120-й калибр, у нас его постоянно не хватало. У нас были дни, когда выдавали там по 10 мин на подразделение, на минометное в сутки, 10 мин и не больше. И то, что сейчас, допустим, сейчас нам уже помогли с этими минами, но то, что мы начали производить, это значит, будет достаточное количество этих боеприпасов как раз против пехоты, засевшей в окопах. Також інформація, видання Forbes передає, що Україна запросила в Сполучених Штатів Америки ракету AGM-158. Пане Романе, що ми можемо сказати про цю ракету?
Это крылатая ракета уровня примерно такого же, как и наши, вернее, уже наши, уже можно сказать наши. Те же Скалпы, те же Шторм Шэдоу, Таурусы просим. То есть и эту ракету можно использовать, F-16 ею может работать. Дальность за 500 километров, то есть хорошая толковая ракета с боевой частью до полутонны. Ну, примерно аналог Storm Shadow и Scalp. Только ни одну, ни другую F-16 не возьмет. А вот эти ракеты, конечно, это как раз ракеты для F-16. Пане Роман, також є інформація, що росіяни знову вдарили по Одесі шахедами. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, які подальші дії будуть? Тому що вони після того, як вийшли з зернової угоди, не припиняють, регулярно б'ють по одеських портах. Нам треба шукати в першу чергу, як захистити, чи нам треба негайно давати відповідь і бити по Новоросійську, Геленджику і інших їхніх портах? Росіяни зараз поставили собі задачу вибити повністю український експорт зерна. И хотят занять нишу, освободившуюся в Африке. Почему сейчас и поднимается вопрос по той же возобновлению типа зерновой сделки, но это не возобновление сделки, это Эрдоган в таком барыжном режиме вот, полетит в ближайшее время к Путину, скорее всего, в Сочи, прорабатывать механизм трафик переброски зерна российского на освободившийся рынок в Африке с помощью финансовой подушки Катара. То есть Катар будет перекупать это все и двигать. Вот эти три страны, которым нужно задавить украинский экспорт зерна, вытеснить с Африки, ну, естественно, занять эту нишу. Этим будет заниматься, то есть в нашем регионе этим будет заниматься Эрдоган, как оказалось, а у него еще вопрос по скупке украинского краденого зерна россиянами, которые тоже через Эрдогана, это все через Турцию, трафик идет. То есть такой себе барыга, это как раз и есть скупщик краденого. Вот работа россиян. Для того, чтобы полностью прекратить какой-то экспорт зерна, россияне бьют по нашим портам. Надо прикрывать порты, портовые города, и, естественно, уничтожать российские корабли, российские порты, в которых военные корабли обслуживаются. А это практически все порты российские на Черном море. Потому здесь даже не зеркальный ответ нужен. Здесь нужна сама концепция уничтожения военных объектов россиян. А здесь под эту концепцию попадет весь трафик всего, не только зерна или военных грузов, а всего. Пане Романе, цікава інформація в нас від президента Польщі Анджея Дуди, тому що на прес-конференції з президентом Португалії він заявив наступне, що Росія почала перекидати тактичну ядерну зброю на територію Білорусі. Наскільки це серйозно? Тактическое оружие ядерное, ему нужны определенные, ну, как и любому, в принципе, ядерному оружию, нужны определенные хранилища с микроклиматом, там целый процесс. Потому переброска ядерно-тактического оружия – это очень сложный процесс. Россияне даже не смогли наладить его в Крыму. Они за 10 лет Феодосию-13 так и не приспособили для приема ядерного оружия. Потому большой вопрос по поводу все-таки Беларуси. Я думаю, нет достоверной информации о именно переброске. Ну, а уважаемый президент, скорее всего, видит доклады своей разведки о том, что готовность есть там, ну как, чуть ли не 100%, и отрабатываются какие-то моменты, которые могут включать в себе и переброску в том числе, потому предупреждает общественность мировую, что эта переброска уже либо полностью готова, либо она уже как-то идет какими-то еще непроверенными способами. Я не думаю, что все-таки реально будет переброска тактического ядерного оружия в Беларусь. Как только Лукашенко получит контроль над тактическим ядерным оружием, он сразу же отбросит Путина как партнера, будет другие пути искать, то есть восстановит свой ядерный статус.
И вот это очень опасно для России, опасно для Путина в первую очередь, потому вряд ли будет переброска именно под Лукашенко. Может быть какое-то перемещение под контролем 12-го ГУМО, это 12-е главное управление Министерства обороны России, которое контролирует все ядерное оружие. То есть под их контролем может быть какая-то переброска. Вопрос целесообразности. Зачем? Дело в том, что чем ближе к линии фронта оружие, тем легче до него достать. То есть оно может попасть под удары противника. И это сразу будет, первые удары сразу пойдут по хранилищам с ядерным оружием. Потому его всегда хранят глубоко в тылу, а доставляют средствами доставки, ракетами с дальностью, допустим, те же Х-101 ракеты, которые идут по Украине. Так у них дальность 5500 километров. То есть зачем, допустим, подтягивать тактическое ядерное оружие к границе, если можно его хранить за Уралом, в конце концов, снаряжать ракеты Х-101 и отправлять до Ла-Манша. То есть, по большому счету, здесь нет логики. А значит, что-то связанное может быть с ИПСО, в чистом виде с информационно-психологическими спецоперациями. Пане Романе, міністр оборони України Резніков сказав, що військкоматам нададуть доступ до всіх державних реєстрів. Що це означає? Тобто тепер будуть ще пристальніше шукати мобілізованих, тих, кого треба мобілізувати? Доступ к реестрам – это доступ к личным данным, потому что здесь очень много вопросов будет, если будет такого рода передача вопросов правового характера. А то, что надо проводить или продолжать мобилизацию, допустим, сейчас, она важна для пополнения наших ресурсов, либо для увеличения наших ресурсов. Но пополнять не готовыми и не мотивированными и не профпригодными людьми в данной ситуации – это неправильно, неграмотно. Нужно сразу привлекать, если уже возникает вопрос, об этом знают, естественно, наш Генштаб, если возникает и Министерство обороны, именно Министерство обороны отвечает за, Резников отвечает за набор, это его парафия, а не Генштаба. Генштаб может только заявки давать, а весь процесс отвечает Министерство обороны. И в такой ситуации, как мы сейчас оказались, когда были практически не готовы, не было введено военное положение перед войной, разворачивание уже в процессе агрессии происходило, то сейчас надо привлекать, и в течение этих полутора лет это надо было делать. Это не та система, которая работала, а должны были сразу привлекать мотивированных и профпригодных. У нас мотивированные и профпригодные все госслужащие. Особенно те, которые имеют обращение с оружием. Это Министерство внутренних дел, это пограничники, МЧСники, там, таможенники, там, прокуроры, охранные службы, особенно охранные службы, которые под крылом МВД сейчас попрятались. То есть надо реально подходить чуть по-другому. Надо снимать со спецучета всех мотивированных, всех, кто получает содержание от государства. Это прямая мотивация. Ну и, естественно, у них все профпригодные, потому что с оружием был допуск к оружию, значит, уже профпригодный. Вот несколько сотен тысяч человек, которых и нужно было набирать в течение этих полутора лет, а не ловить по улице людей, которые не имеют, с одной стороны, ни желания, ни возможности генетической, в том числе, выполнять боевые задачи. Ну и второе направление, это очень важное, здесь вообще не нужны никакие реестры, это перенаправление финансовых потоков, финансирование контрактников сразу напрямую на комбригов. Командиры бригад должны набирать к себе контрактников, отбирая, то есть создавая сначала очередь с помощью финансовых определенных моментов, а дальше отбирая профпригодных для выполнения боевых задач. Я сейчас приведу пример, он может быть такой контроверсивный для восприятия, но вот посмотрите, допустим, на ЧВК «Вагнер». У него нет военкоматов, у Пригожина нет военкоматов, у него лучшие спецы. Почему? Потому что он платит определенное количество денег, то именно такое, за которое приходит специалист. А дальше он отбирает лучших, у него служат лучшие.
И вот, вот такой механизм, как бы он там ни казался непонятным или непринятным, именно такой механизм должен работать. Война – это и военное дело – это профессия, тяжелейшая профессия. И профессионалы высокого уровня должны воевать. Почему? Потому что ну, доли секунды иногда отделяют жизнь от смерти. Это просто, я как летчик говорю, в авиации это очень, так сказать, просматривается именно... Отбор в авиацию именно такой, вот как летчика отбирают, вот так надо отбирать и любого военнослужащего, любого, именно по таким критериям. Мотивация, а потом профпригодность. Пане Романе, дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, на календарі у нас 23 серпня, середа. Не забувайте підписуватись, коментувати і ділитися нашою розмовою з родичами, друзями або знайомими. Ми зобов'язані знати, що відбувається на фронті. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.